Новое производство. Сегодня с участием акима Кустанайской области Кумара Аксакалова состоялось открытие газооблачного завода. Строительство объекта началось в январе прошлого года. Производительность завода 75 тысяч кубических метров газоблока в год. Предприятие обеспечит постоянной работой более 70 человек. В Кустанае открыли завод по изготовлению газоблока автоклавного твердения. Аналогов такому производству в области еще не было. Предприятие планирует выпускать продукцию в объеме 75 тысяч кубических метров в год. Завод обеспечит постоянной работой около 70 человек. Тестовый запуск произвели в январе. Все эти месяцы продолжались пусконаладочные работы. С завтрашнего дня газоблочный завод выйдет на полную производственную мощность. Объемы строительства будут ежегодно расти. Если по итогам прошлого года 450 тысяч квадратных метров было построено жилья по итогам прошлого года по области, то в этом году задача стоит у нас 500 тысяч квадратных метров. Соответственно, с каждым годом работа будет увеличиваться, финансирование будет увеличиваться. Если только в этом году, в 2023, только на бюджетное строительство финансирование увеличено в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Все эта работа идет по поручению главы государства, потому что одно из таких основных поручений президента – это обеспечение населения страны жильем. Темпы строительства в области ежегодно увеличиваются. По словам Кумара Аксакалова, в ближайшие 5 лет в регионе построят 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Для того, чтобы стоимость на квартиры не возросла, необходимы материалы собственного производства, подчеркнул глава региона. Если учитывать объем, который выпускает этот завод, еще 30% дополнительно мы завозим, будем завозить с этого. Еще со стороны. Со стороны, да, с Российской Федерации, с других регионов нашей страны. Кирпичом на сколько процентов мы обеспечиваем? Кирпичом мы 54 миллиона условных штук в год выпускаем. Из них дополнительно еще 70% мы завозим с Российской Федерации. То есть не хватает и кирпича, не хватает кирпича и газоблока. И газоблока. По железобетонным изделиям у нас сами себя обеспечивают, 5 заводов выпускают. Аким области ознакомился с этапами производства. Представители завода рассказали, что отечественная продукция по качеству не уступает зарубежному производству. К тому же стоимость значительно ниже. Крупные строительные компании области уже выразили готовность к сотрудничеству. Мы готовы, в принципе, непосредственно контрактоваться, на большие контракты садиться. У нас в данный момент на этот год потребность устроили дома 3000 кубов. Половина из них мы уже закупили в России. То есть мы законтрактовались и оттуда завозим. Мы часть с Астаны завозим, часть завозим с России, с ближних регионов. Открытие газоблочного завода в регионе свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате Кустаная. Проект Кумар Аксакалов назвал очень важным для области. Напомним, производственная мощность предприятия 75 тысяч кубических метров газоблока в год. При необходимости завод увеличит мощность в 2 раза. Айдана Папанина, Алибек Султанов, телеканал Кустанай.